Больше чем полвека назад заслуженный теперь артист Иван Морозов совсем еще юным вступил в Союз театральных деятелей. В день столетнего юбилея СТД с теплом и нежностью вспоминает, как помогал достраивать здание на Вилоновской, выносил строительный мусор, красил стены, чтобы потом играть на маленькой, но очень уютной сцене. Я их сыграл там несколько ролей, шапочку надену, один образ, пиджак надену, другой образ, вот так вот. В общем, очень идет творческая большая работа здесь теперь. Здесь прямо организовался настоящий театр из товарищей, которые работают в разных театрах. Долгожданной персоной вечера стал народный артист и председатель Союза театральных деятелей России Александр Калягин. Со сцены он вспоминал, как только возглавив Союз в 1996 году вместе с самарцами отстоял здание Самарского дома актера. Актер не может лениться, понятно. Что мы говорим? Врач не может лениться, учитель не должен лениться, шахтер не должен лениться. Но у каждого посещает прекрасная идея иногда работу отставить, заняться самим собой, то есть чуть-чуть почитать, выйти на природу, пообщаться с детьми, это нормально. Встречал гостей на этом празднике жизни, как водится, хозяин. В Самаре Союзом театральных деятелей заведует заслуженный артист России Владимир Гальченко. Хотя все мы тут как дома, признается Владимир Александрович. Они дарят нам свое тепло, свою любовь. Они дарят друг другу в стенах Союза. Они дарят свое творчество и зрителям, и друг другу. Вот это самая хорошая история, когда хозяин дома каждый член Союза. Не я. И не Александр Александрович Калягин. Хозяева вот именно те, которые носят высокое звание артист. Союз театральных деятелей появился еще при царе Николае II и считается одним из старейших в России. Поздравления в адрес самарского отделения звучали от коллег из многих городов России. Некоторые письмами не ограничились, приехали поздравить лично. Челябинск, Тольятти, Тамбов. Тамбовский казначейший явилась, и руки в бок, и предо мной... Уланов полк, свет театрального союза. Марианна Мирная, Дмитрий Мешканцов. События.